Մոսկվայից այսօր մեզ է միացել Ռուսաստանի Դաշնության պետ Դումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ պետ Դումայի պատգամավոր Կոստանտին Զատուլինը։ Здравствуйте, Կոստանտին Ֆյոդորովիչ։ Здравствуйте. Դուք սեպտեմբերի 16-ից 18-ը, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում էիք, անգամ այցելել եք ռմբակոծված Ջերմուկ։ Ինչ տեսակ ձեր աչքով և առասարակ ինչ եք մտածում տեղի ունեցածի մասին։ 16-18 сентября вы находились в Армении и даже посетили подвергшийся обстрелам Джермук. Что увидели своими глазами и что вообще думаете о произошедшем? Ну, во-первых, хочу отметить, что в ходе своей поездки я, безусловно, встретился с людьми, почувствовал настроение и смог убедиться в том, что в самом деле азербайджанские вооруженные силы продвинулись вглубь территории Армении, как, собственно, об этом и было сообщено. Я считаю это недопустимым. Считаю это нарушением договоренности о прекращении огня и подготовке мирного договора, переговорам по этому поводу. И вижу в данном случае, что Азербайджан использует силу для того, чтобы добиться желаемых для него результатов в ходе переговорного процесса. А самое главное, как мне кажется, добиться того, чтобы подписание мирного договора трактовалось как отказ от всяких претензий на самоопределение армян на Нагорном Карабахе. Собственно, азербайджанская сторона этого не скрывает. Я считаю, что справедливо требовать от азербайджанской стороны возвращения на исходные позиции. А что касается мирного договора, ну, это отдельная тема, но мне кажется, что подписание мирного договора, желательное подписание, вовсе не снимает проблему статуса Нагорного Карабаха. Կոստանտին Ֆյոդորովիչ, կասեք իրականում են հաստատագրված Ալիևի այն հայտարարությունները, թե նրան ոչ ոք կամ ոչինչ չի կանգնեցնի։ Скажите, кому на самом деле адресовано заявление Алиева, когда он говорит, что Азербайджан никто и ничто не остановит? Ну, я думаю, что они так же, как принято в Риме Урби и Торби, адресованы городу и миру, то есть всем, кто его слышит. А слышать его в этом случае должны прежде всего, конечно, в Армении. Но не только в Армении, это адресовано и нам, и международному сообществу. В общем, по большому счету, это адресовано всем, кто интересуется этой ситуацией и может на нее пытаться повлиять. Он в данном случае демонстрирует свою решимость добиться результата, желаемого результата любой ценой. Լավ, դուք հասկացել եք, այդքան զոհերի գնով իրականում ում շահերն է սպասարկում Բաքուն։ Вам понятно, ценой стольких жизней, чьи интересы на самом деле обслуживает Баку? Ну, во-первых, Баку мне совершенно очевидно обслуживает свои собственные интересы. В этом нет никаких сомнений. А с другой стороны, связка между Баку и Анкарой, она очевидна. Так же, как и очевидно, что есть совпадающие интересы. Турция не сегодня, не вчера, в течение долгого периода стремится на Кавказ и далее в Среднюю или Центральную Азию. Ради этого работают ее дипломаты, военные, политики, общественные деятели. При Эрдогане эта работа усилилась. Если не считать как бы внутренних разногласий там между Эрдоганом и Гюленом, который тоже занимался этим на общественном уровне, то, в принципе, позиция Турции, она носит такой предсказуемый характер. И если есть разногласия какие-либо между Азербайджаном и Турцией, то это личностные какие-то, может быть, обстоятельства, конечно. В Азербайджане тоже есть люди, которые не очень довольны тем, что Турция всем рулит в Азербайджане, или ей кажется, что она всем рулит в Азербайджане. Я думаю, что целый ряд азербайджанских политических деятелей, желая играть одновременно на всех досках,
с удовольствием рассказывают нам в России, что они очень заинтересованы в нашей поддержке, чтобы не оказаться полностью в плену у Турции, и что именно вот наша поддержка, она позволяет Азербайджану в этом случае чувствовать себя самостоятельным и так далее. Это делается, понятное дело, для того, чтобы нас подтолкнуть к особым отношениям с Азербайджаном. Мы, в свою очередь, тоже понимаем, как мне кажется, всю эту игру. Россия в целом сегодня очень задействована на Украине, и понятно, вы это все видите, это непростая история для нас. Мы фактически вступили в конфронтацию с коллективным Западом, а не просто с Украиной. И, конечно, мы проявляем определенную осторожность. Я всегда рассматривал развитие российско-азербайджанских отношений, в случае, если это не конфликтует с нашими обязательствами перед Арменией, как желательное, хотя бы для того, чтобы удерживать Азербайджан от попыток военного реванша и каких-то действий. Эта линия существовала, она была, в общем, достаточно эффективной до событий 2020 года, до начала, ну, вот до второго десятилетия нашего века, когда, в общем, Азербайджан этот красную линию перешел и стал откровенно уже готовиться к войне. Мне кажется, что в Армении был упущен момент национальной мобилизации по этому поводу, потому что политики Армении вступили в конфликт между собой, произошла бархатная революция и все последующие события, и в этот момент как бы общенациональные интересы, мне так кажется, со стороны были отодвинуты на второй план. Вот что произошло. Константин Федорович, касек русакан кхагакан элитаюм туранакан кочог айт ծրագրից որևէ վտանգ տեսնում են? Скажите, пожалуйста, в российской политической элите видят ли какую-либо угрозу со стороны так называемой программы Туран? Если вы спрашиваете меня, то вообще-то говоря, мне кажется, у вас не должно быть сомнений, что я такую угрозу вижу. Я историк по образованию, а не просто депутат Государственной Думы, много созывов. У меня таким образом есть базовое представление об интересах в этом регионе. Но сказать, что все в России политической элите этим озабочены, я этого сказать, если говорить честно, не могу. Потому что в России, безусловно, есть и политики, и общественные деятели, которые полагают, что как раз вот эта наша роль, равноудаленная от Армении, Азербайджана, она нам обеспечивает какие-то особые возможности. Хочу сказать, что эти люди не обязательно русские, они могут быть армянского происхождения и рассказывать примерно такого же рода версии. Я считаю, что на самом деле у нас есть исторические обязательства друг перед другом на Кавказе. У нас в силу наших возможностей больше, чем у Армении, и мы должны их придерживаться. Мы связаны между собой военно-политическим союзом, членством в экономическом союзе, но самое главное, эти союзы могут рассматриваться по-разному. Многие их считают симулякрами, недостаточно дееспособными, недостаточно эффективными. Но кроме всего прочего, у нас есть многосотлетняя история взаимодействия. И мы должны быть верны этой истории. И должны понимать, какая ответственность на нас ложится. Я считаю, что мы сделали, ну кто-то, по крайней мере, у нас не досмотрел, когда возникла реальная угроза возобновления широкомасштабных военных действий на Кавказе. Война 2020 года – это то, чего Россия не должна была допустить, не исходя даже из интересов Армении или Арцаха, а исходя из интересов самой России. Չէ կարծում, որ Հայաստանին իսկապես մենակ են թողել թուրանական այդ սպառնալիքի դեմ։ Не считаете ли вы, что Армению оставили одну перед угрозой Турана? Нет, я так не считаю. Я думаю, что к Армении проявляется сочувствие во всем мире. Вопрос в том, насколько Армения сегодня внутренне мобилизована для того, чтобы сопротивляться. Как вы знаете, нынешнее руководство Армении не рассматривает
поддержку России как единственно возможную. Премьер Армении только что побывал во Франции, министр обороны, министр иностранных дел побывали в Соединенных Штатах, были встречи в Брюсселе, попытка на этой брюссельской площадке, на площадке Европейского Союза получить поддержку. Хочу заметить, что при том, что говорится много слов в поддержку Армении, они, эти слова армянского народа, в общем-то носят такой традиционный характер, особенно для стран, в которых проживает многочисленная армянская диаспора, оказавшаяся там, кстати говоря, в результате геноцида армян в Османской империи во многом, благодаря этому. Но при этом до сего дня реально свои обязательства или обязанности по обороне Армении или, так скажем, поддержке Армении несет Российская Федерация, располагающая в данном случае своим воинским контингентом. Во-первых, в Гюмри на базе, во-вторых, что немаловажно, в Арцахе. И сегодня, при том, что может быть много претензий к России, у меня они есть тоже к официальной линии, надо отметить, что никто, кроме России, пока кровь своих солдат за Армению проливать не собрался. Вот это данность на данный момент.